Твери сотрудниками правопорядка остановлена очередная, вторая по счету, с начала транспортной реформы маршрутка-нарушитель. Осуществлял перевозку пассажиров и багажа, не имея при себе карты маршрута регулярных перевозок. Нарушение выявлено на площади Терешковой областного центра. Микроавтобус перевозил пассажиров по маршруту номер 27. Значит, транспортное средство арест. Значит, будет составлен административный материал. Статья 11.33, часть 4. И привлечение водителя и ООО «Центр административной ответственности». Напомним, с первого дня проведения транспортной реформы в Твери в каждом районе города работают мобильные посты из числа сотрудников УГАДН, ГИБДД и ОМОНа Росгвардии. Следственным отделом по городу Конаково регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МОП «Доркомсервис» Конаковского района, обвиняемого в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации иных объектов, совершенное лицом, ответственным за соблюдение этих правил. Следствием установлено, что в период с 2009 по 2019 годы директор МОП «Доркомсервис», ответственная за соблюдение требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, размещал отходы за территорией свалки на землях Государственного лесного фонда, что привело к загрязнению лесного фонда бытовыми и промышленными отходами, гибели лесных насаждений. Для очистки земельного участка Гослесфонда от загрязнений, восстановления растительного слоя почвы и лесного ландшафта необходим почти 61 миллион рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.